Здравствуйте, друзья! Мы сегодня решили провести очередной тест мангалов «Феникс» и нескольких конкурентов, которые нашли в Санкт-Петербурге. Сразу без лирики я начну. Значит, мангал первый, который мы нашли, один из самых дешевых вариантов. В комплекте спичка. Из плюсов жесткая чашка, внутри березовый уголь, разной консистенции, там крупный, мелкий. Жесткая сетка, подставки нет. Спичка подразумевает, наверное, то, что он разгорится с первого раза. Как мы с вами смотрели в прошлые разы, огонь появился, но гриль так и не разгорелся. Вот я сюда вот ее положу, наверное, должно все произойти. Откладываю эту бумажку. Гриль, который мы нашли, номер два, чудо-гриль. Здесь тоже производится где-то в Санкт-Петербурге. Вот жесткая картонная коробка. Хотелось бы отметить, что он называется, наверное, бугорок, потому что там вот, ну, бумага, внутри, видимо, уголь. Здесь вот есть брикеты для розжига. Спичка наша прогорела, ничего не загорелось. Ладно, мы попробуем сделать это еще раз. Картонная коробка, значит, откладывается, нету никакой подставки. Ставим на кирпичи таким вот образом. И подожжем сейчас нашими спичками, которые лежат в кармане. Значит, по инструкции нужно поджечь брикет, который лежит внутри. Главное, чтобы спичка разгорелась. Внутри лежит брикет, вот он. Мы его зажигаем. И, видимо, от него... Ай-яй-яй. Не очень просто это сделать. Видимо, от него должен загореться. Ну, начинает разгораться. Этого же производителя мы нашли еще один вариант. Гриль премиум. Одноразовый премиум. Абсолютно такая же чашка в комплекте. Значит, вот из этой штуки можно сделать махалку. Я позже покажу, как это делается. И внутри, значит, есть лопатка и несколько спичек. Плюсом является то, что сетка, ну, достаточно жесткая. Правда, она уже выпрыгивает из чашки, вот как вы видите. И для того, чтобы им воспользоваться, придется его разобрать. То есть достать три спички, которые внутри, и вот этот вот сюрприз, подарочек. Вот, я не вижу здесь кирочка, он, наверное, на коробке, сейчас я найду его. И обратно, вот так вот ручками, колючую сетку, эту придется, ай, запаковать. После чего, ну, как бы, качество приготовления будет зависеть от того, удобства приготовления, от того, насколько вы хорошо это сделаете. У меня вот уже профессиональный навык в этом уборке. Ну, не получается до конца, потому что фактически, я вот так вот сделаю, фактически сетка меньше, чем чашка. Давайте посмотрим, будет ли он гореть и как это будет происходить. Поджигаю бумажку. Бумажка что-то не хочет гореть. Так, подожжем бумажку. А там никакой жидкости не было? Нет, никакой жидкости в комплекте нет. Здесь написано, удалите пленку, поставьте на место, зажечь фитиль. Я не вижу здесь фитиля. Может быть, вот это фитиль? Фитиль не похоже. Блин, ребят, я не знаю на самом деле. Вот, ну, это палочка. Я могу палочку вовнутрь запихать, в принципе. Возможно, это фитиль. По наитию. Вот так вот сделаем. Бумажка разгорелась. Смотрим, что будет с фитилем. А тут вот какой-то наполнитель внутри. Видимо, благодаря ему я палочку заберу обратно. Благодаря ему, видимо, и происходит разгорание. Потом мы нашли один из финских вариантов, Мустанг, отличное название, маленького размера, хочу отметить, он, ну, мелкий конкретно. Здесь есть пропитанная парафином бумажка, которая позволит разгореться, есть подставка из проволоки и очень мягкая сетка, ой, чашка, очень мягкая, что потом, я думаю, тоже покажет качество. Вот, все, мы его установили. Красивая бумажка, на которой мало что видно, потому что очень мелко. И мы поджигаем краешек вот этой бумаги. Он начинает разгораться. Значит, что касается наших двух грилей, то есть теперь у нас два варианта угля. Один вот такими вот подушечками, второй владивостокский. Привет, Владивосток. Дубовый уголь. Ну, здесь все, понимаете, мы приступим. Мы сегодня пробуем, проводим эксперимент вот с такой вот плоской. О, ребенок прям расстроился.